Местные власти должны принять объекты культурного наследия у региональных департаментов, заявил президент Путин в начале года. В мае экс-губернатор Михаил Мень поручил главам муниципалитетов до конца года взять под охрану 30% объектов, будь то памятник, ансамбль, достопримечательное место или фрагмент улицы. Сегодня в департаменте региональными памятниками и выявленными объектами, которых примерно 1500, занимается 5 специалистов. Обеспечить охрану эффективную с 5 специалистами невозможно. И была такая задача, чтобы создать, ну что ли, единую вертикаль власти, с тем, чтобы вот федерации занимаются частью вопросами, региональные власти и муниципалитеты в том числе. Все районы области с задачей справились прекрасно, составили свои списки, как говорят в департаменте, произвели инвентаризацию памятников и уже готовы следить за ними на местном уровне. Так проще, специалист всегда рядом, увидит, как изменяется внешний облик сооружения и сообщит, куда следует. Иваново отстает. В мэрии не хотят брать на себя лишнюю ответственность. В сентябре уполномоченный по правам человека провел специальное заседание, где судьбу объектов культурного наследия обсудили отдельно. Ивановские власти обещали взять под свое крыло 25 объектов, представляющих особую историческую ценность. Но за словами не последовали реальные дела. Это, по мнению Андрея Кабанова, совершенно неправильно. Если мы сейчас не будем это дело охранять, мы потеряем свое историческое лицо. Этого ни в коем случае делать нельзя. И мы, конечно, приложим все усилия, чтобы убедить администрацию города Иваново все-таки всерьез заняться этим вопросом. Это как-то даже удивительно, что сейчас мелкие муниципалитеты эту работу ведут, и уже появляются у нас памятники на муниципальной охране в совершенно нищих дотационных районах, и в городе Иваново нет ни одного памятника муниципального значения. Это абсолютно нетерпимая ситуация. Если объектом культурного наследия муниципального значения станет жилой дом, как, например, усадьба Дюрингера, это вовсе не означает, что жильцам придется убирать уже установленные пластиковые окна и самостоятельно ремонтировать фасады. Охранные обязательства будут касаться только будущих конструктивных изменений. Меня удивляет позиция вот администрации, прежде всего потому, что Александр Станиславович Кузьмичев вместе со мной учился на историческом факультете. То есть, как историка, его должно этот вопрос очень серьезно волновать. Вот. Я думаю, что все-таки мы будем как-то совместно искать выход из сложившейся ситуации, помогать департаменту культуры все-таки пробить эту вот на сегодняшний день такую глухую стену. Чиновники администрации должны были выбрать из 151 выявленного объекта 30%, примерно 45 памятников. Сейчас борьба идет за каждый. Наиболее ожесточенные споры вызывают многоквартирные дома и фрагменты улиц. Например, так называемый дом профессуры Иваново-Вознесенского политехнического института. Нужно вносить его в реестр или нет? 151 выявленный объект, и это не только отдельно стоящие здания, памятники монументального искусства, захоронения, это еще и так называемые застройки улиц. 14 таких объектов в каждой застройке от 7 до 22 зданий, то есть это практически половина центра города. Улица Арсения, например, считается исторически важной. Задача департамента, а впоследствии муниципалитета, состоит в том, чтобы не допустить здесь многоэтажного строительства. Дореволюционный облик по возможности нужно сохранить. Ряд памятников, которые предлагают нам взять на охрану, это жилые дома. Они уже, значит, перестроены, там живут, там люди уже собственники. И если их взять сейчас на охрану, то получается, что надо людей заставить опять перестроить, там, допустим, вернуть их облик. Вот так вот просто раз взять и передать, это, конечно, было бы очень просто, но тут надо посмотреть, разобраться. И, конечно же, это дополнительное обременение на муниципалитет. Насчет многоквартирных домов у Александра Снитко, одного из трех специалистов в регионе, который может проводить историко-культурную экспертизу, свое мнение. Он считает, что именно такие здания формируют культурную среду, отражают эпоху в развитии архитектуры нашего города. Их обязательно нужно внести в реестр. Здесь нет сугубо, скажем так, вкусовщины какой-то определенной. Здесь есть достаточно четкий и научный в том числе подход. То есть какова роль этого здания, во-первых, в архитектуре нашего города, раз. Во-вторых, какова роль этого здания в развитии общемировой архитектуры.
Ну и, соответственно, какова роль в пространственной среде. Список памятников, которые в первую очередь обретут статус местных, нужно было сдать до 1 октября. Пока работа не проведена. Специалисты департамента пошли навстречу и для 14 объектов сами провели экспертизу. Но даже это не помогло мэрии ускориться. В принципе, на администрации не лежит задача их реставрировать. Она должна, так сказать, контролировать сохранность. А эта обязанность сохранения лежит, в принципе, на собственнике. То есть здесь просто должен быть специалист, который должен хотя бы хоть реагировать на это. Основная идея, что каждый объект должен иметь конкретный статус, и за него должны отвечать конкретные люди. Тогда, может быть, можно что-то сохранить. А иначе мы просто не сохраним наше наследие. Когда объекты культурного наследия все-таки приобретут статус муниципальных, в первую очередь выиграют жители областного центра. Экспертиза определит предмет охраны, а значит, у собственников отпадет необходимость согласовывать даже малейшие перепланировки. Решение проблем станет доступнее. На все вопросы по любым памятникам ответят в кабинетах горадминистрации. Мария Смирнова, Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.